Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые партнеры, уважаемые коллеги! Меня зовут Константин Акимов. Я являюсь президентом и основателем образовательного бизнес-сообщества Intel Family. И сейчас я хочу вам с гордостью рассказать о нашем бизнес-проекте. В апреле 2016 года вместе со своими друзьями Алексеем Рязановым и Ричардом Глуховским мы основали компанию Intel Family. Мы создали образовательную бизнес-платформу, на которой собрали две категории людей. Одна категория – это авторы, тренеры, спикеры, те люди, которые владеют определенными специальными знаниями, которые вы готовы ими поделиться. И вторая категория – это те партнеры, которых интересует личностное развитие, которых интересуют новые техники, знания в таких разделах и сферах жизни, как бизнес, образование, воспитание детей, личная эффективность. Мы создали интересный продукт, который с июля 2016 года стал завоевывать сердца огромнейшего количества людей. Друзья, я сейчас вам назову несколько цифр, чтобы вы просто оценили, насколько наши расчеты, предположения оказались верными. Итак, когда в апреле месяце мы зарегистрировали компанию, мы приняли решение работать по самым легальным и самым открытым методам. Используя справедливый бизнес-план, используя очень серьезную бизнес-идею, мы предполагали, что наша идея будет востребована огромным количеством людей. В июле 2016 года мы убедились в правильности наших предположений. Всего лишь за первый месяц мы зарегистрировали 3500 активных партнеров. По итогам августа 2016 года в нашей команде уже было более 5500 активных партнеров. Друзья, это очень серьезный рост. Но сейчас я вам назову еще цифры, которые просто поразят ваше воображение. Представьте себе, что с 7 июля по 31 июля 2016 года наши партнеры заработали в Intel Family более 260 тысяч долларов. Друзья, это без затратов на рекламу, это без, скажем так, громких имен, это только лишь идея, только лишь команда, которая запустила этот бизнес. Уже сейчас компания выплатила более полумиллиона долларов, друзья. И это крайне серьезные результаты. Почему это стало реальностью? Да потому что у нас есть очень серьезная идея. У нас есть нематериальный продукт, который позволяет людям работать на колоссальных расстояниях. Возможность строить наш бизнес появляется у человека после того, когда он активизирует свой личный кабинет. Это он делает путем приобретения годового абонемента в личном кабинете стоимостью всего лишь 50 долларов. Просто представьте себе, за 50 долларов человек получает возможность обучаться в течение года интереснейшим знаниям, получать интересные тренинги, школы, техники. Какие именно, спросите вы? Те, которые выберете вы. Дело в том, что в нашем образовательном бизнес-сообществе каждый человек обладает правом голоса. Следовательно, те анонсы, которые предоставляют нам наши авторы, и мы размещаем на своей площадке, именно эти анонсы вы, просматривая, голосуете за них. Вы выбираете лучшие. Вы выбираете те, которые завоевали ваше доверие и те знания, которые вам интересны. И именно, друзья, именно эти анонсы превращаются в полноценные школы, а после этого те авторы, которые записали полноценные школы, вместе с нами организуют платный вебинар, либо платное офлайн-событие. И вы сможете задать вопросы, пообщаться с автором, обсудить интересующие вас темы, а также разобрать определенные ситуации, тем самым увеличив уровень ваших знаний в конкретном случае. Итак, друзья, сейчас наш продукт активно развивается. Мы создали специальную систему Mastermind, которая знакомит гостей, которая знакомит наших партнеров с качеством нашего образовательного продукта. Это способ человеку узнать больше о образовании, это способ человека узнать больше о конкретном тренере, о тех знаниях, которые он дает. Если мы говорим о бизнесе, то, друзья, я горжусь нашим бизнес-планом. Во-первых, он самый справедливый. Представьте себе, мы с вами застолбили золотую жилу. Никто и никогда не сможет обогнать нас в нашем бизнес-плане, потому что экономически невозможно выплачивать более чем 100%. Наш бизнес еще и хорош тем, что мы выбрали самые легальные, совершенные инструменты для его развития. Каждый человек сможет активизировать свое обучение или же приобрести уровни, используя для этого пластиковую карту, которая сейчас есть абсолютно у каждого человека.
Вам не нужно пользоваться услугами сомнительных обменников, играться с какой-то непонятной валютой, надеяться, что какие-то электронные деньги очень скоро вырастут в цене, и вы сможете разбогатеть. Это все сказки для тех людей, которые продолжают верить в халяву, верить в Деда Мороза. Друзья, я призываю вас смотреть реально на жизнь. Мы работаем с картами, мы работаем с банковскими картами, и значит, уровень отношения, уровень доверия в этой сфере, он крайне важен. Мы используем способ выплаты вознаграждения нашим партнерам на банковские карты. Это крайне удобно, это крайне выгодно. Вы можете прийти в ближайший банкомат и снять там свой доход, либо вы можете прийти в ближайший магазин или же сделать какую-то покупку через интернет-магазин. И все это благодаря тому, что у нас есть возможность выплачивать нашим партнерам деньги, вознаграждения на банковские карты. Сейчас мы очень активно развиваемся. У нас сейчас уже открывается представительство в разных странах, в разных городах. Эти представительства открывают люди, которые занимаются профессионально бизнесом в области тренингов. Они владеют своими помещениями, и они предлагают вместе с нами взаимодействовать. Они предоставляют нам помещение, а мы приглашаем наших партнеров, чтобы они на этой площади уже проводили школы, семинары, тренинги, общались, знакомились. Это именно то самое колоссальное качество общения, которое мы создаем в Intel Family. И еще я хочу обратить ваше внимание на то, что мы ставим перед собой очень серьезные цели, очень серьезные планы. Уже сейчас наши партнеры развиваются более чем в 700 городах, в 50 странах мира. И это, подчеркиваю, только лишь после 2,5 месяца после старта. Мы поставили перед собой очень амбициозные цели. Как только наши авторы будут зарабатывать здесь на обучающих продуктах за час, 2 часа своего вступления, 2-3 тысячи долларов, мы произведем революцию в области интернет-образования. Авторы-спикеры будут драться за возможность сотрудничать с Intel Family, за право участвовать на нашей площадке. А вы, дорогие друзья, получите в их лице самые качественные знания, контент высочайшего уровня, высочайшего класса. И, конечно же, мы со своей стороны, как администрация, обеспечим вам лучший сервис. Лучший сервис в плане сайтов, личного кабинета, мобильного приложения. Вы увидите, что такое настоящий, выгодный, профессиональный MLM-бизнес. И еще о нашем преимуществе, о котором я просто не могу молчать, это наша система Level Up. Сейчас мир, в котором очень много людей-непрофессионалов. Людей, которые мечтают о быстрых деньгах, о халяве. Но, друзья, для тех, кто думает о халяве, у меня для вас есть плохая новость. Вы знаете, мышление нищебродов никогда не приведет человека к успеху. Желание на чем-то сэкономить, желание не потратить, желание заработать, желание не вложить, а получить – это желание, которое никогда не приведут любого человека к успеху. Какие же мысли должны быть в голове человека, который будет успешен? Мысль о том, что мне нужно знать, чему мне нужно научиться, чтобы быть успешным. И мы в компании Intel Family создали образовательную систему Level Up, цель которой – научить людей быть профессионалами. Профессионалами общения, профессионалами создания команд, профессионалами проведения событий. Это, друзья, важные знания, которые тоже необходимо передать. И кто же передают? Профессионалы. Те люди, которые, поверьте, больше 10-15 лет строили этот бизнес, строили его успешно и на земле. И, естественно, имеют опыт построения этого бизнеса в интернете. Итак, подведу небольшой итог. Мы создали уникальное предложение на рынке инфобизнеса, на рынке MLM-бизнеса. Мы объединили все самое лучшее, что есть в этих индустриях, и собрали все это в одной компании, в образовательном бизнес-сообществе Intel Family. Еще раз подчеркиваю, друзья, что сейчас мы находимся в стадии активного роста. И поверьте, темпы его будут только лишь увеличиваться. Поэтому сейчас самое лучшее время быть в начале, быть вместе с командой лидеров, профессионалов и уже сейчас достигать своих целей. Хватит мечтать, начинайте действовать прямо сейчас.